Вот когда у нас будет приток, тогда и будем строить склады. А сейчас складировать нечего. Тяжелые времена, нечего складировать. Горестно как-то это звучит. Зато мы здесь можем попилить металлолом. Очистить окружающую среду от мусора. Я думаю, что если бы из гринписов сыграли бы в эту игрушку, они только этим бы и занимались. Они уничтожали бы собственную технику для того, чтобы потом появилась возможность, собственно, расчистить эти завалы из металлолома. Эон очистит галактику от тех, кто стремится уничтожить человечество. Уничтожать. Давайте. Если кишка не тонка, придите и заберите. Нашли тут, блин, конфетку. Вы что-то попутали, господа. Такс. Так, там что-то кто-то, по-моему, пушками воротит. Мне это не нравится. Никто не подходит. Странно, такие звуки были. Что, может быть, сюда еще экстракторов напихаем? Сэр, вам нужно еще раз ознакомиться с заданием. Конец связи. Да, конечно, я ознакомлюсь. Только давай ты выполнять его будешь за меня, а я буду ознакомливаться хоть каждые 5 минут. Идет такой уговор. Ну ладно, пошли на смерть. Я надеюсь, хоть этого количества хватит. Очень надеюсь на это. Я надеюсь, что эсминцы справятся со своей задачей. Ух ты, они, оказывается, на воду могут садиться. Прикольно. Эффектно, эффектно, ничего не скажешь. Так, вот это я зря, по-моему, вылез вперед тут. Тут у нас проблемки нарисовались. Надо бы назад отойти. Наверное, вот сюда будет разумнее. Да, что, давайте прямо сюда и поставим ралли-пойнты. А то пока они из той бухты выходят, проходит полчаса, наверное, если не больше. Ну, а теперь в атаку. Это, я понимаю, крейсерский залп. Раздаем, расплющим. Сотрем с лица земли, черт возьми. Если это земля. Это не земля. Наверное. Неважно, что это. Сотрем с лица. Все пошли на дно. Отлично. И ты на дно, парень. Ну а теперь в атаку. Этим надо подмикрить кое-как. А этих тупо в атаку. Хотя вот торпедные аппараты надо бы уничтожить заранее. Чтобы они тут не нагадили, блин. Крепкие, а? Слушайте. Очень даже крепкие засранцы. Я надеюсь, мы с ними справимся. А вы откуда в таком количестве так, за такие короткие сроки появились, интересно? Ну
ладно, вас тоже ко дну. Как бы вот подлодки не пустили меня ко дну. Это уже другой разговор. Совершенно неприятный, кстати. Так, вперед. Вперед, вперед. Вперед, назад, вперед, вперед. Назад, назад, вперед, вперед. Это уже ПВО. Но придется с ними самим разбираться, коль уж нарвались. Тоже ПВО. Сколько у вас здесь ПВО, господа? Короче, валим отсюда. Надо двигаться как-то хотя бы. Хоть сколько-нибудь. А, здесь торпедные аппараты. Назад. Но мы уже не уйдем. Сэр, если у вас трудности со штурмом базы ЭОН, генерал Кларк советует применить различные сочетания боевой техники. Шел в жопу, черт возьми. Хватит меня тут усомневаться в моем этом развитии интеллектуальном. Черт возьми. Даже не интеллектуальное развитие. Вопрос даже не в этом стоит, когда мне так говорят. Проверяет наличие маразма в моем мозгу. Какое ж тут интеллект. Да, я нахожусь, блин, в адекватном состоянии. Как бы вам не хотелось услышать обратное. А. Просрали мы что-то. А ресурсов кучу. Эти здания просто неубиваемые, слушайте. Пытаюсь уничтожить эти дурацкие верфи. Они что-то не уничтожаются и не уничтожаются. Ну ладно, хоть что-то я им снес. Я думаю, что они это отстроят. Как нефиг делать. А вот другой вопрос. Откуда там в таких количествах вдруг подлодки вот здесь где-то взялись? Это уже совершенно интересно. Рискнем. Или у нас не получится. Но они вроде как патрулируют тупо. Встанем куда-нибудь поближе. Ауч. Скотина, снес. Так, торпеда пропадает, как только обладатель этой торпеды, который ее выпустил, умирает. И тупят так в этом строю, просто невозможно. Иногда бесит, потому что они растягиваются и, в общем-то, теряется сила строя. По одному их просто выцепляют и уничтожают. При таком раскладе. Так, ну, останавливаемся где-то здесь. Да, примерно здесь. И открываем огонь. У нас тут два крейсера. Нет,
не два крейсера. Четыре крейсера. А это, как вы знаете, из моих слов, артиллерия ракетная. Тактические боеголовки. Вот что это такое. Главное врага видеть, а дальше все уже будет готово. Ну и сюда выдвигаемся заодно. Штурмовиками. Скотина. Раздербанили за полсекунды. Даже не постеснялись. Медленно, но верно уничтожаем всю эту хурму. Здесь тоже защищаемся, отбиваемся дома. С грехом пополам, я бы сказал. Да, что-то меня тут жестоко надрали в воздухе. Не понимаю, по какой причине так медленно все строится. Так, здесь вообще все остановилось. Здесь еще не остановилось. Заказываем как можно больше. Уничтожьте Эон! Отомстите за полковника Арнольда! Конец связи! Да, уже мстим. Сейчас. 5 минут. Дайте мне 5 минут. Хотите отомстить? Давайте мстите сами. Мне на этого Арнольдика было как-то по боку абсолютно. Так, у крейсеров, кстати, хорошие ПВО. Они, оказывается, специализируются на противовоздушном вооружении также. Это ракетные ПВО, которые имеют 100% эффективность попадания. Еще не поздно принять путь. Сейчас примем. На грудь, а потом в путь. Достает там что-то там достает. Разведка бы здесь не помешала. Поэтому разведываем. Они, естественно, там успевают отстраиваться 5 раз. Наши корабли, к сожалению, по суше ходить не могут. Но у Кибран, например, эсминцы ходить по земле спокойно могут. Вы это еще увидите. Кстати, является очень сильной армией в таких вот некоторых случаях, когда именно необходим марш-бросок с высадкой на землю. Тогда, конечно, очень удобно, когда твои корабли могут спокойно ходить по земле и долбить все на огромном расстоянии. Оп! Оп, а это что было? Это были генераторы. Замечательно рванули. Ну что, добиваем, что ли?